На канале Крокфайринг ты сможешь найти прохождение крутой и легендарной игры Serious Sam. Если ты ее ценитель, то заходи и подписывайся. Также смотри прохождение. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию прохождения новой и крутой карты, где мы будем запоминать, угадывать и также, ребята, создавать творения в Майнкрафте, но об этом вы узнаете чуть позже. А перед этим, ребята, как обычно, не забываем ставить лайки. Набираем 1500 лайков, выходит новая серия, я вам даю свое слово, ребята. Чем быстрее наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия, запомните это. Также я всех вас приглашаю вступить в нашу большую и дружную семью подписчиков. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я буду очень сильно рад, если вы на меня подпишетесь, ребята. Это будет мне очень сильно приятно. Потратьте на меня 2 секунды. На лайк, на подписку. За это я выпущу для вас новое видео как можно быстрее. И буду любить вас еще больше. Больше не тянем, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы будем приступать. Кто помнит, то совсем недавно мы проходили карту, где нам нужно было запоминать картинку, допустим, какой-то комнаты. И нам давалось 15 секунд, чтобы запомнить. И после этого нам нужно было ответить на 5 вопросов об этой комнате. Что там было, сколько там было, где оно находилось. И, ребята, в этой карте будет что-то подобное, только нам нужно запомнить, что было в комнате. Это, ребята, очень развивает вашу память, поэтому вы можете уже, в принципе, скачать карту. Карта здесь уже в описании, я специально, ребят, для вас выложил. Я никогда не делаю, мол, набираю там столько-то лайков, выходит карта, как это делают многие ютуберы. Нет, ребят, я уже выложил для вас, заходите и скачивайте. Это очень развивает вашу память. И нам нужно будет запомнить и потом не ответить на вопросы, что там было, а воссоздать картину, которая там была. Ну, я, ребята, надеюсь, что вы поняли. Давайте больше тянуть не будем, и сейчас, ребят, смотри, что нам нужно. У нас есть 20 секунд, чтобы запомнить, что и как тут находится. Вот смотрите, тут у нас вот это, о, тут другой блок дерева. Видите, что у нас в середине, что у нас в середине, что у нас в середине? В середине у нас, ага, верстак, потом у нас сундук, 10 секунд осталось, ребята, понял. Тут у нас люк, ага, тут это, вот это, вот это, вот это, вот это, все. Надеюсь, то, что я понял. А your player only has blocks. То есть, если ты играешь в мультиплеере, то только один человек имеет блоки. Но я не играю в мультиплеере, поэтому, ребята, будем запоминать. Так, в первую очередь я помню то, что тут было стекло. То есть вы видите, что тут есть стекло. И я запомнил то, что тут у нас был верстак, ребята, все запомнили. И вы сразу можете писать в комментарии, что где находилось, если я буду немного тупить или немного забывать, что и где было. Но я помню то, что тут был 100% другой блок. Вы помните то, что тут был вот такой спрятанный другой блок, потому что это не тот блок, который... не спрус вуд, а другой. Так, что у нас было? Вот тут у нас был блок. Потом я помню то, что тут у нас был блок. Тут у нас был блок. И еще один блок, где-то у нас его не хватает. Вот, вижу. Да! Ну, ребята, первый уровень я прям нагнул. Но все же, чем дальше, тем хуже. Так, ребята, ух ты. Синяя палаточка. Запоминаем, ребята, 20 секунд. Так, сзади у нас два факела. Потом факел идет тут. Отступаем один блок тут. Потом тут. Замечательно. Тут со входа у нас стоит кровать. Потом один блок пропускаем. Верстак, печка. Ах, и два факела. Вот два факела. Главное, чтобы я запомнил то, что там было два факела. Так, что у нас было? Сейчас, ребята, давайте сначала воссоздадим палатку. Как она у нас была? Вроде вот тут. Потом это вот сюда и вот сюда. Ну, в принципе, вот такая гамма цветовая, поэтому это все было понятно. Так, я помню то, что сзади было два факела. Вот тут у нас ход, на сзади были два факела. Потом факелы. Я не знаю, что это был нахрен какой-то французский. Факелы. Или какой-то арабский, хрен его знает. Я помню то, что с этой стороны, да, тут у нас была кровать. Да, потому что тут у нас даже блоки другие. Потом я помню то, что мы отступили один блок, поставим верстак и печка. Сейчас, о, вот тут, кстати, у нас заборчик идет. Я помню то, что наверху было два факела. Да! Ух, ребята, память у меня хоть не очень, но все же я более-менее запоминаю. Так, ребята, надеюсь, что я запомню. У нас тут редстоун, потом у нас, ага, тут у нас тинти, вода. Вода, полублок на земле, нужно запомнить. Дальше, тут у нас вот эти дропперы, или как они там, диспенсеры, раздатчики. И тут у нас, вот, я помню, запомнил. И надеемся, ребята, то, что я третий уровень также с первого раза нагну. В первую очередь я хочу тут поставить воду, потому что все мы видели то, что тут была вода. Потом, раздатчики. Я помню 100% то, что один раздатчик смотрел сюда, и один раздатчик смотрел сюда. Потом я 1000000% помню то, что тут у нас был полублок, вы помните, ребята? И тут у нас была вот такая структура. Потом я помню то, что вот тут у нас был тинти-блок, тут тинти-блок был, тут у нас был компаратор, не, репитер, повторитель, вот так,
Да, вроде вот это одно было, я не знаю, нужно ли это переключать. Я помню 1000000%, ребята, то, что тут у нас был редстоун. Да! Ни хрена себе! И третий уровень, так, четвертый уровень. Ух ты, ни хрена себе. Так, раздатчик, блок алмаза, тут у нас нитка, тут у нас, ага. Что тут у нас? 1, 2, потом... Ух ты, сзади у нас, ага, тут у нас, ух, ребята, смотрите, что у нас тут, пистон, или как это по-русски называется, я забыл, ребята, поршень, вот как это по-русски называется. Ах, ладно, ну что, тут у нас была лава, я это помню 1000000%, лава. Я надеюсь, что так нужно делать, потому что у нас вроде много ведер с лавой, вот так. И вот так. Дальше, ребята, что у нас было дальше? Я уже забыл, что у нас было дальше. А, тут у нас был поршень. И смотрел он вроде вот сюда, да? Надеюсь, что смотрел он сюда. Дальше. Будем повторять, как у нас на этой стороне. Тут у нас вот так. Сейчас, ребята, давайте вот это все сюда выложу. Замечательно. Сейчас, что у нас тут было? Раздатчик у нас стоял вот сюда. И тут у нас была вот эта нить. 1, 2, 3. Замечательно. Это первую часть мы сделали. Сейчас, ребята, я помню то, что у нас 100% было вот так. Это 1000000%, я помню, потому что тут было вот так два блока в ширину. И вот тут в длину у нас 3 блока. Дальше. Что-то. Сейчас, ребята, дайте... Я забыл, ребята! Ага, как это было? 1, 2. Потом 3. Тут у нас вроде был блок алмазов. Потом тут у нас вот это камень. Давайте обойдем, чтобы не сгореть в лаве. И тут у нас был факел да. Но у нас не хватает последний блок камня. Где, ребята, кто помнит, где у нас был еще один блок камня? Охренеть. О, нашел! Спрятали местечко. Думали то, что Эдисон не найдет. Ни хрена себе. Охренеть просто. И это я должен запомнить, мать вашу. Харе болтать тут. Так, это сюда. Потом у нас... Охренеть просто. И это я должен запомнить? Охренеть. Так, я помню то, что тут была слишком говорящая башка, и тут у нас был рычаг. Наверное, активированный, потому что башка говорила. Дальше. Что у нас? Портал. Я помню то, что 1000000% у нас тут был портал. 1, 2... Зашибись, нам нужно пересоздать уровень. Твою мать. Так, замечательно. Башкинция. Опять вот тут и опять вот тут. Разговаривающая башка. Потом обсидиан. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И сюда. И сейчас, ну, это типа портал в ад, но искусственный портал в ад. Дальше, я 1000000% помню то, что тут был вот этот блок. Дальше. Тут у нас был блок дерева. Вот так. Что у нас вот тут было, я, если честно, вообще не помню. Но я 1000000% помню то, что тут была паутинка. Сейчас будем смотреть, как у нас тут. Ставим один блок камня, потом один блок каблстона. Вот так. А, потом один блок камня. И вот как тут было, вот... Не знаю. Я 1000000% помню то, что тут было что-то в этом роде. А тут, наверное, может вот тут... Нет, не вот тут. А где у нас был последний блок вот этого каблстона? Так, ребята, я вернулся, я повторил так, как у нас это было. Но я не помню, где у нас был последний блок, ребята. Кто помнит? Может, он тут где-то был? А мне кажется, то, что он тут был. Не кажется, то, что он там был. А ну? Ах, я не туда поставил. Мне кажется, нужно было вот сюда поставить. Сейчас, я еще раз вернусь, еще раз, ребята, повторю. Хотя, в принципе, я это могу даже сделать на камеру, потому что это не так-то долго. Это ставим сюда, потом это ставим сюда, это ставим сюда, это ставим сюда. Я уже, если честно, более-менее так даже на память запомнил, что у нас тут было. Сейчас создаем искусственный портал сюда еще один вот этот. Замечательно. Потом 1, 2... Твою мать, а! Так, ребята, я уже практически полностью воссоздал нашу комнату. Все, что не хватает, это поставить вот сюда, вот сюда. И вот сюда. Да если бы я опять промахнулся, я бы с ума сошел. Вот сюда, замечательно. Сейчас, ребята, ставим сюда и сюда. Затащили башкенцы. А все?
это все было? Это только 5 уровней, нифига себе, ребята. Вот последний уровень был самым сложным. Первый уровень, второй уровень, третий, четвертый, я прям... Вот так, но пятый уровень более-менее так был запутан. Но все же, ребята, мы с вами, вместе с вами нагнули вот эту карту. И если вы хотите больше карт, ребята, если вы хотите, чтобы мы больше карт с вами проходили вместе, то все, что вам нужно, это просто поставить лайк. Я вам даю свое слово, чем быстрее мы наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если даже сегодня мы сможем набрать 2500 лайков в течение одного дня, там за 2, за 3, за 4 часа, за через 4 часа выйдет новая серия. Ребята, запомните это, если вы хотите 2 видео в один день, все, что вам нужно, это просто меня попросить. Я для вас выпущу, потому что я люблю вас, своих подписчиков. Поэтому, если я вас люблю, то я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков, ребята. Все, что вам нужно, это просто подписаться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Я, ребята, вас просто люблю и сильно ценю. Поэтому потратьте на меня 2 секунды. На лайк, на подписку. За это я вам скажу большое спасибо и выпущу новое видео как можно быстрее. Еще раз спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы не перематывали, вы не выключали. Кто досмотрел, тот прям нереально большущий молодец. Я вам говорю большое спасибо. Также, ребята, приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит каждый день. Я буду очень сильно рад вас видеть на просмотре новых видео. Никогда не стесняйтесь, приходите и смотрите, ребята. Еще раз скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.